Я забыла вам показать, чем мы обработали виноград по совету Андрея. Андрей, спасибо тебе огромное за поддержку. Редамил Голд, Актара, Теовиджет и Агромастер. Вот это все разбавляется отдельно в ведрах и потом смешивается в баке для опрыскивания. Друзья, вот под этой кучей землей у меня яма была. Михалыч тут корни выкорчевывал. Ёшь ты. И потом травой мы все закидали, очистки, то есть все, что было, кухонные отходы, все сюда. И потом я сверху землю забросала, сделала такую грядку. 3 раза я сеяла сюда кабачки. Уж казалось бы, кабачки это самый-самый простой овощ, который можно вырасти, которого дофига всегда много. Семена проросшие были. В итоге ни разу не зашло. И вот смотрите, получается, что тут медведка живет. Видите, вот это ее ходы. И она жрет все, что там начинает прорастать. Получается, что нельзя на траве, на травяной подушке делать грядки. Так что ли? В общем, у меня вопрос к местным. Кто в Краснодаре живет, что с этим делать? Я хотела так и делать, вот траву, потом сверху землю. Ну, как вот в Сибири мы делали грядки для огурцов, для кабачков, для тыквы. А здесь, видимо, так не получится. А траву я сыпала. Рубит. Вот они, ходы, пожалуйста. Вот они, вот она прошлась. Вчера этого не было. Вчера я полила. И вот сейчас у меня есть рассада, я боюсь ее высаживать. Медведка все точно сожрет. Так что вы мне расскажите про вот эту именно траву, про компостную яму. Неужели там они заводятся, медведки? Я думаю, что там им как раз вольготно, да? А что это вы тут делаете? Вот тебе Ферри, а есть чем мыть? Да, тряпочка есть. Вот вам, намывайтесь. Ой, спасибо. Ага. В прошлом году последний раз мыли. Классно. Цвет такой хороший. Но мы тоже раза 4 всего мыли машину. Ну, чисто, потому что везде. Да и ездим мы мало. Ну вот, сам же так же. Ну что, друзья, можете поздравить. По крайней мере, вытащили инструменты, принесли сюда пиломатериал. Половина готова. Половина дела сделана, да, уже есть. Ну, теперь можно и отдохнуть. Точно. Сейчас жара начнется. Вот здесь вот хорошо тенечек прям. Но он ненадолго. Потом тенек будет с той стороны дома. Солнце как, оно туда уходит? Да, оно туда уходит. Понесемся, да? Ну да. Да? Да. Это моя куртка кожаная. В смысле кожаная? Кожаная куртка. Она не кожаная. Но. Что кожа? Я ее носила 9 лет, наверное. Потом мы укрывали зернодробилку ею, а теперь эту укрываем. Она очень качественная. Вставляем, это сзади, вот та стенка, она цельная будет. Вот эту надо мудрить. Она ящерица, наверное, охотится. Поживет? Да, потому что она не поймала, она не такая прыткая. Нет, она поймала кого-то. Муся! Кс-кс. Не поймала. Ну, кстати, вот этого хмеля в прошлом году здесь не было. Почему? Потому что тут стояло дерево орех. И он не давал сюда, просто тень же была сильная. А сейчас все поперло. Так он же вечно зеленый, да? Этот нет. Это же хмель, это зараза такая.
Он вон там был в углу, на этот, на навес залазил, папа его срывал. А сейчас прям тут все зеленеет. Саша, работай. Все, на любимый конек сели. Какой конек? Конька на любимого сели. По программированию тут. А ты знаешь, что недавно в Геленджике нашли конька? Их не видели много лет. А мы с папой видели. Где мы с папой с тобой видели? В Сочи? Морского конька. Да, в Сочи. Да, удивительно. Но мы, это чистое место, где, да, мы с тобой пешком далеко шли тогда. Они только в чистой воде водятся. Угу. Там прозрачная вода. И где-то еще мы в Благовещенке, по-моему, конька видели. Да, я видела. Вот сюда будет эта дверца падать. Значит, вот здесь у нас должен быть вертушка туалетная. Угу. Здесь должны быть дверцы. Тебе, может, карандаш какой-нибудь красный принести? Вообще? Не видно. Что-то там. Все хорошо. У меня петель только нету. Так, вертушку мы сделаем. Сюда досочку надо будет прибить. Вот так. А я правильно что забрала, да? Я думаю, еще будете пилить. Туда, туда. У нас ищи. У нее что-то пока зреет. А снизу оно ты что забыл? Тебе надо как? За под лицо. Вот. Ну так. Помощница тебе будет. Папа, дверь закрывай, скорей. Ты ее побрызгай, побрызгай. Тея. Тейка. Иди ко мне. Тея, иди ко мне. Иди скорее, иди сюда. Попей. Вот так. Ой, как хорошо. Ты же сарай? Сейчас туда опять, а мы там вертикально будем просто делать. Ну вот одна стенка уже готова. Боковушечка. Нет, не подойдет. Я сегодня отдыхаю. У меня такая крошка в холодильнике стоит. Ой, вкусняшка. Со своей редиской. А, ну и все. Редиска и лук мои. Квас. Самый главный квас. Та-да-да-дин. Все, можно держать, да? Мы похлебали окрошку. Дети уснули. Тёма сегодня до 4 программировал. Вот, мы их спать уложили, в общем. И с Михалычем вдвоем. И уже поставили домик. И думаю, чего же я не снимаю? Как же я вас без кино оставлю? Правда же? Смотрите. Вот Михалыч в курятнике сидит. Почти в готовом уже. Хоть запускай уже курей, да? Высиживаю. Уже высиживаешь? Вот, сейчас вас на штатив поставлю. Вы будете смотреть кино наше. Так. Выровняю вас. Извините за тряску. Так. Вот так. Видно вам? Видно должно быть. О, отлично.
поподробнее, да? Вот так у нас получился лист цельный ОСБ. Этот лист пополам, этот пополам. А здесь будут гнезда на уголки. Навешали вот эти, как они называются, палки? Палки. А на ветвях сидели галки. Надо уличный душ. Даже не хорошо. Конечно. Давай здесь пока душ сделаем, пока курей нету. Фух, надо умыться пойти. Все разъедает. Иди умойся. А я вам пока расскажу, что это будет. Это у нас будет летний навес для кур. Вот этой стенки не будет. Будет крыша из шифера. И выгул будет вот эта вся пахота. Будет выгул, сеткой огорожена. И сверху будет у нас поликарбонат такой. Солнце у нас вон там сходит. Вон там. И весь день вот так, вот так, вот так. А вечером у них будет тут, ну, тенечек будет у них. Да. Ну, еще от теплицы тут тенечек такой небольшой есть. Вечером, когда солнце уже на закате. Ой, пить все время охота. Пить, 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 пить. Пойду квасу еще попью. Я так чувствую, квасу 3-литровой банки нам будет мало. Вот в Сибири реально у нас квас то холодно, то жарко. И квас так не пился и пропадал все время. Здесь мы не успеваем ставить. Знаете, как тут хорошо под деревьями стоит. Такая прохлада. Вообще я хотела, конечно, выгул, чтобы прямо так под деревьями был. Но там смородина. Сергей, бывший хозяин, убедил, чтобы Алена не убирай смородину. Посмотрите, какой урожай. Она, конечно, небольшая, ее немного, но она есть. Это Машина любимая ягода. Ой, мелкая какая, это вам не Сибирь. Хотя я ее исправно поливаю. Постоянно. И решили мы до смородины вот этот выгул сделать. Вот так. До смородины и до теплицы. Ну, думаю, нормально будет. Просторно курочкам. И тенечек такой будет. Хорошо, да? Как вам наше кино? Я думаю, что интересно, да? Сейчас ребятишки проснутся, а у нас уже будочка стоит. Фух, ну пусть поспят. Так, ну теперь нам надо пилить. А ты приколачивать не будешь? Буду, конечно. Сериал «Летний курятник» продолжается. Михалыч молодец мой. Думаешь? Да. Почему окно осталось? Эй, я не поняла. Вот так, будет окно. Ну ладно. Там просто еще вот сюда тоже надо. Серега в тачке катает. Кого? Внуков. А. Сильно высокая будет. Вот так я если сделаю. А там будет внизу гнездо. А на нее палки положим, что сесть. Не, вот эту чем-то покрыть, да? Железо. Ну, чем хочешь. Хочешь железо, клеенка. Мощность моя. Я стараюсь, Михалыч. Потому надо поправить сначала. Да ты не держишь ты, Алена. Ну ты же уже все опустил. Теперь держи.
То ли соседи, то ли кошка, да. Вот так у нас из окна будет выглядеть домик. Не домик, а навес. Потихоньку-потихоньку идем к моей мечте, к курочке. Однако я себе кресло сейчас принесу. Все, я устала там. Видели, ягода краснеет. Скоро будет уже. Завтра уже точно дай будет. А, извините. На всякий случай. Все, крыша есть. С той стороны больше материала испортится. Тут вот чуть-чуть, а там вон целая стена испортится. Мне кажется, лучше все-таки. Даже мам. Ну вот так. Пойдет? Чуть тепловатый. Ну? Не успела его в морозилке. Так он горячий, на улице же стоял. Не успеваю я за вами класс делать. Ну, шикарненький. Ну-ка, а тут? Ой, хорошечно как. О, Тёма? Ты что, там ты даже не догибаешься, что ли? Нет, вот все. Полный рост стоишь? Ну, немножко упираюсь в потолок, все. А так полный рост. Тёма предлагает пока не крепить вообще шифер. Почему? А он, говорит, тяжелый. В смысле? Ну ты чё, Тём? Не. Ты чё, думаешь, что улетит? Конечно. Не пройдете. Геометрия какая-то. Вот, видишь, колеса помыло, и уже другое дело, да? Другой вид. Катя, держи конец какой-нибудь. Или тот тоже надо держать. Беги. Подержать? Да, да. Куда? Ты сейчас на Трампа была похожа. На что? На Трампа. Ох, жалко, я не видела. Может, на камере будет видно. А что, челка растрепалась или что? Нет, рот такой был, вот такое удивленное лицо. Тёма, покажи. Это не 6-метровые бруски, чтобы не стыков, чтобы не было. Ну правильно. А вот так наш курятник смотрится с огорода. Эй, братья-китайцы! Теперь все, теперь я сворачиваю, правильно? Все, мы прошли теплицу. Да. Теперь я сюда веду вас. Разворачивайтесь. А зачем уже поворачивать? На крышу. Забрасывай. Да. И на крышу забрасывай. Алена. Ага. Вот. Стоп.
Все, пошли. Мы сделали это, да, Катя? Ура! Все. Ребят, мы сделали это. Все, теперь прикручиваем и все. Только желательно ее все-таки прикрутить сегодня. Ну да. Тут, не дай бог, ветер-то дунет. Потом ловить будем где. Ну да, прикрутите все. Ну? И все, все, все. Все, 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 Тёма. Все. Все, все, все. Остальное мы сделаем сами. Все. Какие молодцы, какие-то, а? Какие-то потемки заметил? Да, mm-hmm. Хорошо. А красный цвет, и он на яйценоска влияет. Да, так что будет не стесняться. Надо прикопать только ее вот здесь. А если что, мы эти... Просечку, как высечку возьмем, да? Высечку, конечно, да. Копать. Что это такое? А такие железные. А такой лист железный, а в нем круглые дырки набиты. У многих заборы сделаны из них. Классно, да, Тёма? Слушай, ну за один день нормально мы поработали. Вообще. Да? А тут мелочь осталась, да, вот эти все. С учетом здорового сна вообще. Да. Ну что, прикручивайте. Кого? Ну вот это. Пусть ехает. Все, мы поехали. Тема. А покушать? Вы что, кормить? Не-не-не, пойдемте. Тогда пойдем поедим, мы с тобой прикрутим. Пойдемте. Смысленно. Вы что, как голубых отправить? Ты что? Пойдемте. 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 Хотели уехать. У нас окрошка, у нас крылышки. В конце концов. А дома у нас ничего нету. Уставшие, да? Ну, это больше солнце. Ну да. У всех обкусано у меня. Катя, ты не помыла машину? Не помыла. Ну вот грязно. Ну и солнце в глаза. Но она на крыше не достала, и тут немножко достала. А тут-то как не достала? Вот так. Это пластмасса. Не надо, да? Господи, ты еще... Все, давай, обниматься уже. Катя, надо. Все, все. Спасибо большое. Можно я в следующий раз? А ты не мокрый? Я нет, я только вонючий. Тёма! Все, пока-пока. Тёма, ну мокрый. Папа устал, у него даже глаз не видно. Работать, работать пора. Все, давайте, удачи. Так хорошо помогли. Ты что тут, Катя, ты отодвигала, что ли? Конечно. Как я пылесосил? Ты что? Сбилась все настройки, как ехать? Сейчас, Тейк, отпустим тебя. Гулять будешь. Шланги все спрячем, провода спрячем. Деда, маши, как ты всегда. Усталый Михалыч такой. Пока-пока. На этом мы сегодня заканчиваем наш ролик. Всего всем доброго. Хорошего настроения, хорошей погоды. Все будет хорошо. Не, не так. Все хорошо, а будет еще лучше. Правда же? Правильно. Пока-пока. У нас на сегодня кино еще не закончено. Мы еще пилить будем, да? Надо прикрутить. Ну да. А то улетит наш. Давай. Крыша у нас. Такой загадочный. Ты где был-то? Ну, где-где. Там и... Все, это ровно.
небо красивущее сегодня опять, деда. Тебе даже посмотреть некогда, да? И на меня, да? Нет, все достаточно. Все? Ну вот, посерединке. Тебе надо чуть-чуть влево. Сюда? Да, чуть-чуть. Вот так. Крутите, Шура, крутите. Все, друзья, вот на сегодня вот так у нас получилось. Инструменты убираем. Так вот еще уголки. И все. И отдыхать. Отдыхать. Опа. Вот я тут почти в полный рост. Вот здесь вот так в полный рост стою. Ну тут немножко наклониться надо будет. Ладно, пойду Михалычу помогать инструменты убирать. На сегодня все. Кино наше закончилось. Ожидайте следующую серию. Пока-пока!